и не только помнить, но продолжать эту традицию, чтобы никогда не забывали издавать книги, буквари, литературу, научные исследования. Это совершенно правильно. Поддержать тех, кто сегодня семейные, целые семейные коллективы занимаются выполнением этой программы. Мы в этот день желаем друг другу, нашей республике, нашей стране благополучия. А благополучие будет всегда, потому что у нас трудолюбивый народ, у нас великие традиции, у нас великая история. Жить ради своей страны, с праздником сегодня, благополучие, чтобы жизнь с каждым днем становилась лучше. А для этого сегодня много превратились в дела, и наши арктические районы получили новую жизнь, новое движение вперед. С праздником вас, благополучия, всего самого доброго. Ура, товарищи! Слово предоставляется Елене Христофоровне Голомаревой. Дорогие друзья, разрешите поздравить всех вас от имени Комитета по вопросам коренных малочисленных народов и делам Арктики Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. В нашей республике проживает более 40 тысяч коренных малочисленных народов – эвенков, эвенов, чукчи, юкагиров, русских старожилов. И именно политика, которая ведется в нашей республике, является самым передовым. И сегодня мы встречаем праздник солнца. Это говорит о том, что эти народы являются людьми природы, детьми природы. И все то, что мы сейчас видим вокруг себя, солнце, это признак того, что мы живем в мирное время. Солнце, снег, это говорит о том, что мы занимаемся своими традиционными видами хозяйствования. Поэтому оленеводству, охоте, рыболовству специально принимаются государственные программы поддержки федерального и республиканского уровня. Мы говорим сегодня, чтобы всегда было мирное небо, чтобы солнце у нас светило ярко, чтобы в каждой семье был уют, тепло, и каждое с праздником, дорогие друзья! С праздником солнца, мира и труда! Слово предоставляется Гаврилу Витальевичу Кириллину. Кинди, дикуски круто лахтахтара, кинди, элдитар, даоттар, бюнгюкин китачилара, итниби бюнгю сарглаа кюмнян, итнитеки синик агилюн кюмнян. Дорогие друзья, разрешите мне от имени правительства Республики Саха-Якутия, от имени Министерства по внешним делам народов Республики Саха-Якутия поздравить вас всех с сегодняшним замечательным днем, с праздником встречи солнца. Мы знаем, что этот праздник имеет древние корни, он пришел к нам из глубины веков. На протяжении многих сотен лет народы Арктики отмечали его. Он олицетворяет собой обновление природы, надежда, свет, ну и, конечно, мир и радость, которые нас сегодня в этот замечательный день сопровождают. В этом году, в целом, мы этот праздник, встреча солнца, отмечаем в память об Акулине Петровне Трайзе, которая является отличником культуры Республики Саха-Якутия, народной мастерицей, носителем культуры и языка эвенского народа. Она, конечно, вложила свою душу, вся ее деятельность была направлена на то, чтобы мы сегодня собирались в этот день и отмечали этот праздник. Идейным вдохновителем праздника была, и мы все имеем возможность каждый год собираться здесь и знакомиться с традициями арктических народов. Конечно, для нас важно сохранять наш язык, нашу культуру, родной язык, традиции, передавать их следующим поколениям. Конечно, это все нас объединяет,
И сегодняшний праздник действительно вносит огромный вклад в дело развития и укрепления межнациональных отношений нашей республики. Еще раз я вас поздравляю всех с праздником. Желаю вам хорошего настроения, удачи и, самое главное, здоровья. Спасибо. Слово предоставляется Вячеславу Ивановичу Шадрину. Менду, дарова, еттик тимгатури, амучи чай лалек, ходомодоема чемоджикен мупул, дарова баларун. Здравствуйте, уважаемые друзья. Пришло солнце, новое солнце. Оно символизирует начало новой жизни, начало новых планов, новых надежд, отступление темного прошлого, возобновление нашей жизни. И я надеюсь, что этот праздник, который мы сегодня отмечаем, для каждого из нас, для ваших семей, для ваших близких, будет это означать та же самое, что отходит что-то плохое и начинается новое, мы строим новые планы. Пусть оно приносит для нас всех только все хорошее. С праздником вас всех! Слово предоставляется Антониде Николаевне Корякиной. Добрый день, дорогие сородичи, дорогие земляки с далекого севера арктического заполярья Алайхи. Я очень рада, я сама именно с тех мест, и очень хорошо знаю с детства, с молодости нашу Акулину Петровну Трайзе. Видела, как она активно участвовала во всей художественной самодеятельности, как она развивала, как она старалась вот добиться от властей, чтобы было развитие и культуры эвенского народа, и сохранить язык, и все эти мотивы, и самое главное, костюмы. И это все на протяжении последних лет у Акулины Петровны все хорошо сложилось. И сегодня она, хотя ее с нами нет практически полгода, но мысленно она с нами, и сверху она смотрит. И сегодня Михаил Николаевич, наш уважаемый аксакал, который проводит не первый раз наш обряд, и он тоже со словами благополучия обратился в дань памяти нашей Акулины Петровны. И я думаю, она просто улыбается и всем нам желает добра, потому что солнце – это тепло, это энергия, это круговорот жизни. И самое главное, после долгой зимы мы совсем скоро станем общий наш хоровод «Хэджа», который тоже символизирует, когда эвены собирались, кочевые народы собирались и танцевали вокруг своего тюльга. И они говорили, что как мы прожили год, как мы так переживем, сколько у нас оленей осталось, сколько людей у нас осталось, сколько у нас молодежи родилось и сколько у нас тугутов родилось, да? И вот таким образом этот праздник будет продолжаться с именем солнца. В дань памяти по Акулине Петровне мы будем делать все возможное, чтобы ее имя навечно осталось как именно как зачинателя нашего арктического солнца. Это праздник мы будем развивать. И вот здесь с нами присутствует наш руководитель, учредитель, министр. У нас у Дома дружбы народов есть очень хороший проект «Объединенная Арктика», United Arctic, вот, где одним из больших направлений у нас будет вот развитие вот именно таких обрядовых праздников. Дорогие друзья, Кюмюткорда, Ярила наша смотрит на нас и с нами вместе радуется. Давайте радоваться жизни. Всем-всем добра и счастья. Дорогие друзья, с праздником встреча солнца вас поздравляет Люгентей. Встречаем! Жомбул церковит, беги, тередага яхса Аллаху мухтараттарттан, бекинча куска куракка, хубанды гыряндан, барагатын, иккизе гыран. Жена! Good.
Павлова.
праздничную программу продолжает вокальный ансамбль «Колымчанки», художественный руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Татьяна Бандерова. Встречаем вокальный ансамбль «Колымчанки». Туда береге митингеси, и ничего не друзья. We'll be right back.